Толкер. 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 Стрей Kids Толкер. Привет. Эй, знаешь, что это? Нет. Почему нет? Не знаю я. Это наше расписание на музыкальных программах. Ты стой? Приклей на меня тоже. Как ты думаешь, что это? Что ты получишь, если придешь на все наши выступления? Ты получишь награду идеальной посещаемости. Это награда за идеальную посещаемость. Сколько будет стоить этот альбом? Сколько? У тебя хорошо получается копировать, что он говорит. Я забыл, что я хотел сказать, потому что ты был слишком смешным. Так как мы тоже стоим, мы получили вот это. Потому что у нас безупречная посещаемость за прошлый альбом. Ага. У нас она тоже есть. Как круто. Но не слишком хорошая, чтобы использовать. Одну приклеить к дверям, и вторую на экран. Почему это на экран? Еще одну на душевую кабину. Я отклеиваю это. Для чего? Для чего? А Йен опять мусорит. Вот тут мы... Я делаю ненужные вещи. А Йен, что ты делаешь? А Йен, что ты делаешь? Я сделаю это по-своему. Наш малыш Айени, а? Что ты делаешь? Думаю о тебе. Ваша одежда сегодня сочетается. Серьезно? Вы спланировали это? Вы снимаетесь в пародии? Сынмин покинул съемочную площадку. Сынмин! Я? Простите. Ты очень агрессивный. У Джин прикрывает свое лицо. Я думаю, он стесняется. Я думаю, он стеснительный. Толкер, привет! Толкер! 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 Я так по тебе скучал! Я защищу тебя! Я защищу тебя! Это фирменный звук Хана. Я защищу тебя. Оно еще вроде бы было в Хеливейтер. Ой. Я буду следить за вами. Следить за вами. Следить. Что это была за песня? Ты страшный. Уйди. Я буду следить за тобой. Жду с нетерпением сегодняшний фан-чарт. О, они делают эту часть за нас. Жду этого с нетерпением. Опухший. Опухший. Опухлость. Я защищу. Скажи, я защищу тебя. Я защищу тебя. На тебе отметина, Уджин. Двигайся. Привет, Толкер. Я пришел, чтобы взять письмо. Я свое уже взял. Это я с Фансайна. Вот мое лицо. Давайте почитаем их. Хорошо? Я собираюсь прочитать все это. Я собираюсь все это прочитать сам. Привет! Мы только что сделали первую предзапись моей песни на M Countdown. И мы направляемся обратно в наше общежитие. Мы очень рано проснулись сегодня. Это было очень поздно. Но столько стей пришли, чтобы увидеть нас. Ага. Мы слушали первый фан-чарт. Он был очень хорошим. Ага. Я был удивлен. Там есть часть в середине, где они кричат. Аплодисменты были удивительные. Было намного веселее, потому что мы были вместе. Стэй самый лучший. Мы
долгое время снимали сегодня. Я уверен, им это понравилось. Мы были удовлетворены длинной записью. Мы смогли встретиться со Стэй на долгое время. Мы также получили письма. Мы получили все наши письма. Да, у меня они тоже есть. Они писали их во время нашего отсутствия. Мы прочтем их все. Привет, Толкер. Это очень классно. Эти фотографии уже выходят хорошо. Надеюсь, они выйдут хорошо. Это так классно, не так ли? Я должен был открыть свои глаза еще чуть-чуть. Мои глаза не такие маленькие. Это вышло классно. Это вышло очень классно. Ты согласен? Как мило с твоей стороны. Мы кушаем, Толкер. Дай ему кусочек. Где камера? Вы смотрите ортодонтическое развитие Айена. Это если бы вы мне позвонили. Привет, Толкер. Это правда мило. Покажи нам. Толкер! Сделай это. Толкер! 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 Я испугался. Помоги, Феликс достает меня, Стэй. Ты мне не нравишься, Стэй. Прямо сейчас, Чанбин. Несколько дней назад я немного поднабрал в весе. Первая складка, вторая складка, третья складка, четвертая складка, пятая складка. Привет, Толкер. Вы видите меня? Видите меня? Толкер. Толкер, я включу фонарик для тебя. Включил. Вы должны пристегиваться. Сейчас 9 часов. Сейчас здесь много сонных, хороших детей. Если вы следите за нашей трансляцией, то мы поможем вам уснуть. Я попробую нежным голосом. Вы должны уложить их в постель. Мы будем делать АСМР на радио. Я попробую АСМР. Мы должны дать поспать Стэй. Мы встретили много фанатов, потому что призапись шла очень долго. Что это? Характеристика фанатов? Да, это было круто. Я думал, что это будет сложно, но они сделали это. Пожалуйста, спой, я хочу продолжать выбирать, но я не знаю, только тихо. Как Чанбин. Нет, это как отзыв от Линоу. Стэй потеряют дар речи, да, это было круто. Дышите глубже. Это была наша первая музыкальная программа с тех пор, как наши фанаты называются Стэй. С названием Стэй, верно. Очень много Стэй были на прямой трансляции. Да. Они подпевали, когда мы были на сцене. Да, я слышал. Толкер, вам тоже нравится Стэй, верно? Толкер и есть Стэй. Толкер тоже были Стэй? Толкер, вы нереальные. Толкер, это поколение нулевых. О, да. У вас обязаны быть карты с участниками. У меня они есть, у меня тоже. Мы уже едем домой. Было веселее, чем я ожидал. Стэй замечательные. Стэй были замечательными. Я не знал, что увижу постер из Just Stay in My Lane. Я думал, мы снимаем наш клип, точно. Я дую моим My Pace веером. Это было мило видеть Айена во время партии Хёнджина. Он был действительно хорош. Выражение Айена на сцене улучшилось. Твоя выразительность стала лучше. Спасибо. Привет, Толкер. Привет. Давно не виделись, мы вернулись в Music Bank. Это было не так давно. Я собираюсь раскрыть мои волосы впервые. Мы пойдем на сцену так? Да, конечно. О, отлично.
Я надеюсь, что много стей придут на наше шоу. Мы сделаем все возможное, чтобы стей были счастливы. Привет, Stray Kids Talker. Уджин танцует сам по себе вон там. У меня химическая завивка. Жареная лапша. Жареные волосы. Мне очень нравятся мои волосы. Они ведь хороши? Я доволен. Толкер, очень мило. Не согласен? Не согласен? Ты не можешь так поступить со мной. Не думаешь ли, что мои волосы красивые? Я счастлив. Я доволен. Малыш Чанбин, ты не должен это делать. Нет. Привет, Толкер. Твои глаза красивые. Я сделаю фото твоих глаз. Не забавно ли это? Толкер тоже взволнован. Толкер тоже знает фанчарт. Четверо из нас стали ближе. Идите сюда. Это лучшая комбинация. Давайте сегодня постараемся. Файтин! Раз, два, три, ву! За перевод благодарим фансаб-группу Stray Kids Inform. Озвучила Айка. Спасибо за просмотр.